Манты по-корейски – интересное блюдо азиатской кухни. Готовятся такие манты из дрожжевого теста, получаются пухленькими, мягкими со вкусной сочной начинкой. Подают их с разными маринованными овощами. Манты по-корейски – еще одно вкуснейшее блюдо азиатской кухни. Корейская кухня яркая, пряная, со смешением разных вкусов. Хочу поделиться рецептом, как приготовить манты по-корейски. Подают манты обычно с разнообразными маринованными овощами, грибами и соусами. Муку смешайте со щепоткой соли и дрожжами. Добавьте воду, замесите тесто. Накройте его пленкой и поставьте в теплое место часа на полтора. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Капусту натрите на терке вместе с луком и смешайте с мясным фаршем. Раскатайте тесто, разделите на одинаковые кусочки, скатайте шарики. Накройте пленкой и дайте им отдохнуть 15 минут. Когда колобки подойдут, разровняйте их руками в кружочки и на центр выложите по ложке начинки. Защипните манты как пироги. Сделайте все манты таким способом, уложите в чашу пароварки. Накройте пленкой и дайте им еще постоять 15 минут. Все можно отправлять на пар. Манты готовы, подавайте к столу.